Алишер Саитов. Россия грозит ядерным ударом по Вашингтону. Как вы думаете, это серьезная реальная угроза или Путин опять блефует? Алишер. Ну, во-первых, реагировать на эту угрозу нужно. Угрозы раздаются уже там, из Кремля, это не только хор мальчиков в Исаакиевском соборе, которые рифмуют слова «мегатон» и «Вашингтон». Это и заявление президента, и заявление ответственных, ну, в российском смысле, ответственных, лояльных власти, на самом деле, политиков. Реагировать надо. Вот, но надо также прекрасно понимать, что это, ну, игра. Серьезные экспертные оценки западных специалистов говорят о том, что, ну, блеф. Это блеф. Хотя, ну вот, считали блефом и заявление по Крыму, по востоку Украины. Однако, видите, агрессия началась. Считали блефом грозные заявления Путина против Михаила Саакашвили. Началась война, и пропагандистская война началась, и многие уважаемые мной люди купились на эту пропагандистскую войну. В августе 2008 года кто только не сделал заявление, что Михаил Саакашвили убийца, убил 2000 осетин, значит, и надо его остановить, и Боровой с Новодворской, которые поддерживают Михаила Саакашвили, совсем с ума сошли и тоже стали убийцами. Вот. Так что относиться к этому надо серьезно, нужна реакция. Реакция, ну, военная, конечно. Вот реакция политическая, реакция пропагандистская, информационная, вот я бы так сказал. Но, тем не менее, надо понимать, что это блеф, настоящий блеф, эти ракеты. Тут ведь, вот смотрите, значит, этот ядерный щит был создан, ну, в 80-е годы. В общем, он весь достался России от Советского Союза. Вот просто вокруг себя посмотрите, какое электронное устройство у вас есть вокруг вас из 80-го года. Ладно, электронное, электрическое. У меня тут ремонт делали, перекладывали электропроводку, которая сделана была в 93-м году, то есть 25 лет назад. Но она уже... Электропроводка уже там закостенела, сгнила, надо было менять. Она становилась опасной. Ну, неудивительно, что мозги, так сказать, у этих ракет стратегических, которыми Путин бомбил что-то в Сирии, но они не просто несовершенны, они примитивные. Там были эти фотографии с управляющими блоками, в которых изолента применялась, привязывали эти мозги изолентой к ракетам. Ну, это просто не тот век, не то поколение. И денег нет, и, в общем, изоляция технологическая приводит к тому, что совершенствовать эти средства невозможно. Дмитрий Рогозин тут грозил, что мы можем в крайнем случае прямо в шахтах их взорвать, на миноносцах, не обязательно, чтобы они долетали. Эти ядерные ракеты в подводных лодках, все равно всем будет плохо. Весь мир сгорит. Ну,
У них дети есть. У большинства дети за границей, на Западе. Это пугалка. Значит, к этому надо относить. Нельзя разрешать этого делать. Так же, как с Ким Чен Ыном, постоянно объявляют войну, создает боезапасы, накапливает их с помощью России ракеты, средства доставки разрабатывает. Ну вот сегодня там, Трамп ему предложил прекратить это дело. А то риса не получит. Вот, ну, посмотрим, там переговоры идут. Страшно, конечно, но сумасшедший там может, ладно, там не может нанести существенного ущерба там ни Южной Корее, ни Японии, ни США. Но жалко же и граждан этих северокорейских, которых он в эту топку бросит просто из принципа. А деваться ему некуда. Тоже ведь такая загнанная в угол крыса. А вот, так что внимательно нужно к этому относиться. И вот сейчас обращение, Юрий Табах предложил, обращение к президенту Соединенных Штатов, ну что нужна реакция. Нужна военная реакция. Нужна информационная реакция, нужна политическая реакция. Делать так, как делают сейчас, ну, там, хихикать на экспертном уровне по поводу этих 9 махов скорости ракет и ничего не отвечать, ну, это неправильно.